Всем добрый день. Сегодня мы по делам отправились в город Сочи, центральный район, точнее, города Сочи. И сейчас остановились на практически чуть ниже перевала, ниже девчачьего языка, в Дагомысе, показать вам вот эту вот всю красоту. Коротенько. Конечно же, показывать лучше в солнечный день и желательно летом. Сейчас сильный-сильный достаточно ветер, но зато отсюда неплохо видно поселок Дагомыс. Вот он. И даже Сочи. Кстати, Сочи, вон морпорт, Ривьера, вот это все это отсюда замечательно видно. Во всяком случае, мне. Не знаю, как вам. Обратите внимание, внизу в Дагомысе причал. Волны. Не очень большие, но тем не менее есть. Ветрище сильнейший просто. Просто пипец. Смотрите, деревья вон шатаются. Ну, не ураганный, нет. Итак, море. Дагомыс. Дагомыс вот застраивается. Это вот передняя часть около моря, прям практически около железной дороги. И вот, видите, строят домики. Не знаю, мне как-то раньше нравилось больше, когда были такие коттеджи, так сказать. Было как-то интереснее. Ну, тут, видимо, раскупили участки. Я не знаю, как это получилось. Дело в том, что улочки здесь достаточно узенькие. Не то, что достаточно узенькие, они гораздо уже, чем даже в той же Лазаревской. Разъехаться будет крайне тяжело. Ну, надеюсь, тут продумают эту ситуацию. Но, честно говоря, немножечко волнуюсь по этому поводу. Хотя, чем мне-то волноваться? Квартиру здесь я приобретать не собираюсь. Да и цены, наверное, скорее всего, на них близки к космическим. Отсюда тоже замечательно видно горы, снег. Там где-то в горах. Я так понимаю, Сергей Поля. Комплекс Дагомыс. Ну, его сейчас перестроили. Раньше, в советские времена, это был известнейший на всю страну интурист. Там у него свой пляж даже был. Олимпийская гостиница тоже, насколько я знаю, распродавалась на апартаменты. Ну, и вот такие вот частные поселочки. Частный поселок, частные домики. Внутри самого Дагомыса. Есть еще незастроенные участки. Вот видите, отдельно стоящий туалет там внизу. А вот эта дорога там наверху, дорога на Лазаревскую. Ну и участки. Обратите внимание, какие крутые, достаточно очень крутые участки. Ну, где-нибудь, я не знаю, там в Шри-Ланке сделали бы каскадами, посадили бы какой-нибудь чай. А чай, кстати, здесь растет, в том числе в Дагомысе, там дальше. Мы будем проезжать чай. Совхоз, колхоз, хотя его там уже тоже нету фактически, подождите. Ну да, его нету. Сейчас вот, обратите внимание, вот прямо в створе здание такое широкое, книжкой развернуто. Так вот это и есть чайная фабрика, там куда-то было, расфасовывали чай в Дагомысе. Я уже, кажется, рассказывал про это. Баловень, привозили индийский чай и расфасовывали здесь. Точно помню Баловень, мне там довелось на этой фабрике побыть. Посетить ее, когда она еще функционировала. Очень вкусно пахло всякой разной эссенцией. Лимонной, там, клубничной и так далее. И тому подобное. Как бы вот так. Сегодня, пока ехали, обратили внимание, точнее не обратили внимания, вынуждены были объезжать препятствия природные, деревья. Очень много сухих деревьев ветер поломал. Работают дорожные службы, наводят порядок. Ну а в этой, как его, в горном воздухе, как всегда, светофор, как всегда, пробки. В нашем случае были пробки со стороны Сочи. Поедем обратно, расскажу вам, как будут ли встречные или нет. Бегают курицы такие упитанные. И вон, смотрите, козырек, а под ним подвешена вот эта рекламная. Россия 2018, 14-15 июня. Про футбол, короче. Дагомыс, и там он вдалеке виднеется Сочи. Конечно же, лучше всего здесь полетать на вжике, и желательно вечером, когда все в огоньках и красиво. Ну, а на этом мы заканчиваем маленький коротенький ролик. Всем пока, до новых встреч в эфире, поедем дальше в Сочи. А там, может, что-нибудь снимать.